Здравствуйте. Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Мы находимся в универмаге Даннерс-Стори, в Хилларне. Вот так живут металлисты, настоящие. Пойдем. Ага. Не те капиталисты наши уроды, которые тащат все из Китая. Именно вот дешевый супермаркет. Don't worry. Сахар. Смотрите, коричневый сахар нравится? Вот эклер какой нежный. Гарный. Таких эклеров бы побольше в нашей стране. Наладить производство. Ну и сейчас смотрим. На природу. Как мы однажды к нему поехали. Я так козырь, я приезжаю, желаю переулок пивную. Дюша, чуть у него было. Он прочувствовал. Что так баклист. Поехали. А я любил с шиком куда-нибудь. Запуститься во все тяжкие. Поехали ко мне, Востряков, я вам обещаю. Улица. И вот Коля Моркин спокойно просто не лежит. Марксизм-анонизма.